Добро пожаловать на мой канал. Делюсь с вами рецептом фрикадельки со свежей картошкой. Для начинки необходимые: 500 грамм мяса, яйцо, лук, хлеб, соль, черный перец, красный перец, тмин. Хорошо перемешать и придать форму. На масле обжариваем с двух сторон. Мелко нарежьте 4 помидора и добавьте их к фрикаделькам. Накрыть крышкой и готовить 10 минут. Добавить майонез за 3 минуты до готовности. Один килограмм свежего картофеля вымойте, добавьте масло, соль, перец черный и красный, перемешайте. Готовить до золотистого цвета. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться на мой канал и лайкнуть мои видео.